Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Вечірня Одеса», з вами творча група нашої програми, та я її ведучий сьогодні Леонід Сущенко. Як завжди по вівторках у нас буде спілкування на тему творчості. Сьогодні ми будемо роздивлятися цю тему з позиції «Життя як творчість». І от почему. Потому что при подготовке передачи мы созвонились с Ильей Исаковичем Редерманом, нашим главным сегодня участником передачи, замечательным поэтом и культурологом, преподавателем. Вот, и Илья Исакович подсказал эту тему. И я благодарен Илье Исаковичу, потому что каждый раз, когда вы подсказываете тему, она бывает всегда стопроцентной. Вот. Ну, а девочек я представлю только по именам, потому что вас представит наш режиссер в ходе передачи. А пока только представлю по именам. Ну и давайте по фамилиям тоже. Это Татьяна Онищенко и Анастасия... Кушнир. Анастасия Кушнир. Правильно, добавьте, да? Только, пожалуйста, что они из училища имени Грекова, в котором я преподаю. Это вот. Я только собирался сделать. Ну и хорошо. Раз сам ваш преподаватель, ваш учитель добавил, это очень важно. Я только... Маленькая просьба. Какие вы направления в Грековском училище изучаете? ХО. Это художнее оформление дизайна, а я живопись. Это дизайнер? Вот так. А это живописец. Вот. Дизайнерам легче, как вы понимаете. Нет, они заработают на жизнь. Неправда. А вот живописцы не могут не заработать. Конечно. Нам тяжело, но после новых идей придумывать надо новое и новое. Всем треба идеи придумать. Всем надо идеи. Это спасибо. Вечный спор. Ну что ж, Илья Александрович, для того, чтобы мы создали такой главный камертон, я хотел попросить вас. Итак, хорошо. Жизнь как творчество. Хорошо. Значит, я шел сюда... И вижу на стене надпись «Человек». Я поразился. Вот обычно пишут какие-то другие слова. «Человек» значит кого-то еще интересует, что такое человек. А быть человеком – это, как вы понимаете, творчество. Никто тебя вот просто запрограммировать как человека не может. И жизнь человека как творчество. Мы пишем стихи, мы пишем картины, но мы пишем ведь и самих себя. И это дело каждого человека, независимо от его специальности. Да, и я хочу задать вопрос. Вот не было ли в последние сутки... двое, какого-то события, которое вас, ну, потрясло. Вопрос ко всем. А взрыв Питера? Ну, давайте послушаем молодежь. Взрыв Питера. Теракт в Петербурге. Теракт в Питере. Ага, в метро. Да, меня тоже это потрясло. И, знаете ли, злорадствовать по этому поводу было бы просто безнравственно. Это беда, катастрофа, которая может прийти и к нам. Терроризм. И тогда я сразу вбрасываю стихотворение. «Брезжит рассвет. Вставай, людоед. Лови человеков скорей, чтоб съесть, пока еще люди на свете есть, пока вместо них не попались на зуб железо или пластмасса, покуда их много, как в супе круп, живая, теплая масса, пока они пьют свое пьяное зелье, дергаются в паутине сетей, пока они в непонятном веселье еще рожают детей. Ну, а ты лови их украдкой, торопись, потому что скоро придет, начиненный взрывчаткой, человек
эпохи террора. Он и тебя убьет, людоед, он всякой смерти рад. Вместо руки у него пистолет, вместо ноги автомат. Вскормлен на некоем порошке химическом будет неладен. Вместо башка у него в башке Гитлер или Бен Ладен. Это с телеэкранов уродец, он переполнен злобой. Это совсем другой народец, слопай его, попробуй. Вот нигде я этого стихотворения и не печатал, и думаю, что с этими стихами вообще делать, а они пишутся. Вот такие странные стихи. Я оказался поэт-сатирик или поэт, обращающийся вот так напрямую к детям. Вот я, оказывается, еще и детский поэт. Вот эта книга «Дело духа», да, вот она оказалась не такой уж тонкой, а я планировал ее сделать так. Вот с этой стороны дело духа, а с другой вот так перевернуть, было бы «Жизнь полусонная зевнула». Вот я принес как раз подборку вот эту. Это «Жизнь полусонная зевнула». Это, я размышляю о нашей жизни, я в ужасе от того, что с ней, в ней происходит. Вот я поэтому и хочу разговаривать с ними и с вами о том, что с нами происходит, какие мы вообще сегодня стали. Больше всего меня, знаете, что ужасает? Террор – это понятно. Да вот есть обыденная жизнь. Какое-то вот... падающий тонус. Упадок жизни. Сил, да? Упадок сил. Какие-то они все, знаете, как сдутые шары. Вот воздух из них вышел. Это вот те, кого я привел, это уникальные люди, я не хочу их хвалить публично, но я все-таки это делаю в том смысле, что это живые или в силу возраста, или в силу творческого какого-то накала, который пока еще, значит, не испарился, да? Вот я хочу еще одно стихотворение прочитать. «У древнего костра». Эй, полумертвые, полумашины! Разве вы женщины? Разве мужчины? Станете ли вы плясать у костра, ибо не спится и радость остра? Древнее племя и вечное пламя, жизнь и великое торжество, что же за тысячелетия с вами произошло? Почему все мертво? Ваши глаза без огня равнодушно смотрят, как будто глядеть не хотят. Жить вам не нужно, любить вам не нужно. Каждый теперь не сестра и не брат, но костер настоящий, горячий, хворост подбросишь, огонь до небес. Мы не такие, мы жили иначе, наших зверей мы любили, и лес не предавали, не воровали, и не умели деньги считать, мы ликовали и умирали, зная и жить зачем, и умирать. О, до чего было жить нам охота, есть и любовь у нас, и охота, пусть и беда, но пускаемся в пляс, отблески пламени пляшут на нас. Во как! Вот так, меня... так они жили, а мы... Вот я хотел бы вас завести. Вот как раз к нашим молодым участницам вопрос в этой связи. Да, конечно, конечно. А вы знаете, девочки, вы, наверное, еще, может быть, даже и помните, в прежние времена была такая, был такой штамп, когда выходил очередной политик и говорил, да что там вот критикуют нашу молодежь, да, у нас замечательная молодежь. Меня каждый раз от этого коробило. Да, да сейчас, даже сейчас так происходит, извините. Что проходит такое, да? Да, так и сейчас происходит. Такое заигрывание. А ведь молодежь, она разная, она не может быть вся одна какая-то. Вот в этой связи, как вы бы оценили ваше поколение? С точки зрения того, о чем говорит Илья Исаакович. Кошмар, прячьте. А почему? Почему, Настя? Потому что у большинства людей просто ветер в голове. Они не знают, что будет завтра, что будет послезавтра. Они просто живут. Спят, едят и все.
Это ужасно. И они ходят просто на работу, как зомби. Нет, ты говоришь только про ходят на работу. А посмотри на эти стайки. Вот они ходят стайками. Да. Сегодня все пока все стайная жизнь, как в те времена, но там стая-то была вынуждена сплоченная, они боролись за жизнь, а тут случайная стая. Сегодня одни, завтра другие. І причому, начебто, як всі разом, а при цьому самотні, тому що закриті. Так. Тому що всі свої. Одиночество в толпі. Я ще когда-то в 50-х годах, коли у нас інформація була закрита, вот була вдруг просочилось название книги одного замечательного американского социолога «Одиночество в толпі». И я вдруг понял, что страшнее одиночества вообще-то не бывает. Скажите, так вот мы заговорили о любви, а? Вот они любили, да, вот они, страсть, да. Вот опять же, я это тоже чувствовал, ведь я когда-то тоже был молодым. Я чувствовал, что из жизни уходят большие страсти. Вот, поэтому, значит, еще была какая-то идеология, которая нас настраивала, вот надо, в мире всегда есть место подвигам, да, вот подвиг возможен. Ну, а потом вдруг выяснилось, что люди постепенно превращаются в обывателей. Какие там подвиги? О чем вы говорите? Вот уходят большие страсти. Мне очень хотелось, я тогда лектором был, «Общество знания» и «Общество книголюбов». И, кстати говоря, очень большой успех имели лекции. А вот только что недавно пришло сообщение скончавшемуся поэте Евгении Евтушенко. Вот стихи его были очень современные и очень они вот сразу отзывались в душах тем, кому ты читал. Так вот, я очень хотел подготовить бы лекцию тогда о том, куда уходят большие чувства. Вот большие, понимаете, мне не хватает в этой... Я поэт, может быть, поэтому. Поэт, он не может, но вот в этом маленьком мирке, да, с маленькими чувствами. Вот такосенькие, значит, чувства, вот такосенькие мысли. Вот такая я тогда страсть. Спрашиваю... А? Такие же вот люди. Такая вот страсть. Да, ну, а страсти бытовые, понимаете. Так вот, и когда я вижу... полусонных студентов, когда я им говорю о таких вещах, вот, а они, ну, не то, что спят, нет, они живут одновременно в другом мире, вот, они держат эти телефоны, или они лежат у них здесь, и они нажимают одновременно, слушая меня, нажимают на кнопки. Кстати говоря, еще лет 10 тому назад, когда с этими кнопками вот не было такого повального... Несовершенные они были. Вот, так они хотя бы рисовали. Я говорю, ешьте, хоть голодные, ешьте при мне, при моей... Так, рисуете, рисуете, значит, и слушайте. Вот, а это уже все. Значит, короче говоря, люди вываливаются в какое-то другое измерение, в котором, кстати говоря, вот страстей не... Надо. Илья Исаевич, а вот давайте пусть девочки скажут. А вот я к ним как раз и обращаюсь. Куда вот уходят большие страсти? Я как раз к ним и обращаюсь. Пожалуйста. Я хочу, чтобы они сказали чего-то. Да, мені здається, дивишся от на людину, куди йдуть страсті. А люди закриті. От для кохання треба довіра, це найвища форма довіри. Відкритість – це обличчям до обличчя. А є люди або повернуті спиною, або які так трошки боком, знаєте, так і дивляться на тебе збоку. Да. Не відкриті, а збоку трошки. І от зараз усіх таке кохання. Хорошо, таке. Хорошо. Всі прячуться. Ага, прячуться, да? Да, да, словно звірі, які в морді. Я розумію, що не дуже удобно, але можна задати вопрос. А як тоді з коханням? Ну, як-то не з коханням, а? Ну, люди думають, що це любов, але насправді це ілюзія, просто найнастояща ілюзія, яка длиться до кінця життя. Більшість любові так і відбувається на даний момент, як я бачу. Тобто я не зрозумів, що значить любов – це ілюзія, або вони думають, що вони люблять? Вони думають, що вони люблять, але це насправді ілюзія, яку дуже легко розвіяти. А почему они только думают, что они любят? Вот, а что произошло? Что должно быть в любви? Ну вот как ты думаешь? Вот сказали, довериться надо. Понимание. Я согласен с этим. Понимание. Без понимания никак. Огонь. Ага. Понимание, да? Ага. А ты не сталкивалась с тем, что вот, ну, они все
Вот, Таня сказала, боком, да, боком, боком. А я бы сказал, они все рядом, но очень далеко. Где далеко? Вот там, в сети. Вот он с тобой рядом, вот, допустим, он твой соученик, но он одновременно как бы в сети. С тобой кто-нибудь общался в сети, сидя рядом с тобой? Да, это меня очень раздражает. А ну расскажи. Я сижу, ну, как обычно, мы пошли с девочкой в кафе там посидеть. Она сидит в телефоне. Я такая, я уже думаю, я сейчас ее побью тетрадкой. Потому что я никак ее не могу. Я говорю, убери телефон. Она убрала на 5 минут, опять достала. Я говорю, убери телефон. Опять. Хорошо, это девочка, а мальчик? Мальчик. Каждый там через полчаса подоставал телефон. Я говорю, я сейчас тебя побью планшетом. У меня был планшет при этом 60 на 80. Да, понятно. Нет, но ты сейчас все в ситуацию житейскую хочешь, я тебя сейчас побью. А я, ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Не, ну я шучу, конечно. Вот, тебе никто не признавался в любви, например, там, виртуально? Да, признавался. Признавался? И не раз. И не раз. И что же, и он отвечает за свои слова? Нет. Нет. А что он делает? Прячется, убегает. Хочу начать разговор, он убежит от этого разговора. Нет, а может он тебе что-нибудь, но какую-то лапшу на уши вешает? Вешает. Тебе никто на уши лапшу не вешал? Все вешали. Вешали? Ага. А что значит вешали? Что они делали? Говорили, ну, то есть навязывали. Да? Да. Что говорили? Ну что, рассказывали. Ну, чего ждем в отношениях близких? Не обязательно, чтобы это было вот каханье. Просто дружба. Чего мы ждем? Искренность. Доверие, да? Да, доверие, понимание. Ты? Честности. Да. Ага. Так вот, это возможно? Вот если вы все скрываетесь, вот это возможно? Я тебя спросил, тебя никто не обманывал по интернету? Обманывали. Ну так расскажи, поделись с нами, потому что людям интересно, они не знают, как живет нынешняя молодежь. То есть им говорят, вот там что-то, виртуальная реальность. Что-то такое, да. Но это что, как ругательство звучит. Объясни нам, мы же не понимаем, а что там делается в этой виртуальной... Ну расскажи. Ну написал он, один мне мальчик, мы с ним общались, у нас было взаимопонимание, как я думала. Но на самом деле он очень был хороший актер. И хорошо играл. А я просто ему верила и велась на это все, как дурочка последняя. Биографию рассказывал? Биографию рассказывала, то, что фальшиво. Потом после всего оказалось, что у него есть девушка, и то, что он зря... Нет, ты самую главную биографию рассказывал фальшиво. Вот это меня больше всего интересует. То есть что это значит? Врал? Да. Значит, сегодня в этой жизни... Врать очень легко и рассказывать выдуманную биографию и все на свете. Ладно, вот можно я сейчас что-нибудь про любви прочитаю, о любви прочитаю, вот, чтобы перебить, а мы потом продолжим. Вот странная очень книжка, посмотрите-ка. Вот я ее показываю. Она называется «Поэзоконцерт». Автор ее Илья Рей. То есть продолжить, конечно, можно, но вот он Илья Рей. И эти руки нарисовала, кстати говоря, девочка из Австралии. Она из Одессы, но живет сейчас из Австралии. Вот как руки тянутся, а здесь ноты нарисованы. Значит, и понятно, значит... И книжка называется «Поэзоконцерт». Я думал, что я придумал это слово, потом оказалось, кажется, у Игоря Северянина была книжка под таким же названием. О, как раз открылась на нужном месте. Причем, должен вам сказать, что вот тут стихотворение, книжка была выпущена в 2008 году, почти никому она неизвестна, все, что я мог раздавать, я раздавал, но еще лежит довольно много. Вот, стихотворение называется «Ангелочек». Я таких ангелочков в нашем училище видел миллион. Какие замечательные ангелочки. Вот, ну вы понимаете, что вот то был 2008 год, да, а сейчас 2017. Считайте, 10 лет прошло. 10 лет – это каждый раз новое поколение. Вот я не думал, что я доживу все-таки до нового поколения. У меня надежды тогда не было. Вот. Итак, ангелочек, виртуалка.
мне тебя совсем не жалко. И любови, и печали все не здесь, а там, в астрале, и в твоей стране хрустальной, небывалой, виртуальной, эльфы, маги, принцы, страсти. Только это разве счастье? Все такое неземное, все бесплотное такое. Ты сама летящий воздух, где-то в небе, где-то в звездах. Ты всего лишь только ветер шевельнет листву и сгинет. Ты не знаешь, что на свете чье-то сердце стонет, стынет, и не ведаешь, бедняжка, что земное счастье тяжко. Только краешек ухватишь, но за это столько платишь. Так витай в своем астрале, забавляйся на здоровье, там печали не печали, там любови не любови, в своем мире виртуальном, в своей кукольной вселенной голос мой услышишь дальний, он с земли обыкновенной, болью может быть звенящий, надрывающийся в крике, но зато уж настоящий, не из сказки, не из книги. Вот такие писались стихи, они были песенки. Да. Я хочу обратиться к Тане вот с таким вопросом. Почему Тане? Потому что мне кажется, что если у Насти один настрой, вот у Тани у меня ощущается немножко другой настрой. Вот вы знаете, я однажды, да, собственно, не однажды я слышал это, но однажды это было очень ярко. В маршрутке говорили двое молодых людей, и один другому говорит, ребята, один другому говорит, ну хорошо, там, ты вот говоришь, там то-то надо сделать, то-то, то-то, а жить когда? То есть явно разделяя понятие жить как получать удовольствие, а вот то, что не вызывает удовольствия, труд каторжный, страдания, которые тоже жизнь, а это не жизнь. Вот тяга только к той части жизни, в которой она мне приятна. Так ли это? Может быть, я ошибаюсь в чем-то? Ну, по більшій мірі в сучасної молоді це дійсно так. І тому розповсюдження наркотиків, алкоголю, як способу піти від цих страждань в якісь такі вищі сфери, де тобі буде добре завжди. Вони, кстати, обезболюють. Да, да, да. От, душевна боль. Да. А душевна боль, вона самая болезненна. Зубна боль в серці. Гейне. Ізумительна формула. А насправді страдання – це ж інша сторона життя, і без них ми не могли би стати кращими, я вважаю. Я не пам'ятаю, в кого, але є така цитата. Я боюсь тільки одного – оказатися недостойним своїх страданий. Тобто це настільки важливо насправді в житті. Які у нас діти? Да, да. Це смущало. Засоромило, правда. І якщо людина не буде в цьому поті, в цьому стражданні і народжується щось насправді. І як ми казали про кохання, там теж постійно от, в сучасній молоді домішується страх. Треба довіритись, треба ризикнути, треба бути сміливим. Це дуже необхідні якості в житті. Інакше так і залишишся в цьому віртуальному світі. І потім, коли приходить реальне усвідомлення того, що все життя ти так і не жив насправді. Вот ты про любовь сказала, Танечка, да. А я вдруг вспомнил вот страху Пушкина. Болезни любви в душе моей. И я вдруг переиначил. Боязнь любви в душе моей. И, наверное, напишу, может быть, стихотворение об этом. Значит, боюсь любить. Почему? А почему боюсь? Боюсь, что біль отримати якусь межу, я так думаю. Ага, значит, все настоящее, это может причинить боль, страдания, да? А люди боятся боли. Ну вот у тебя есть свой опыт столкновения с чем-нибудь подобным? Ты
Звісно, як ви казали про приклад людини, яка говорить трошки збоку, це приклад реальної людини, тому що він заснований на таких спостереженнях. І є люди, начебто, розумні, відкриті. Ти говориш, тобі подобається ця людина, мені подобався один юнак, якщо так можна сказати. І дійсно говориш, є якесь взаємопорозуміння, є все, але якась все одно прозора стіна, тому що людина трохи... Не робить ще один крок, якого не вистачає. От є теж, треба зробити 5 кроків, на половині шляху зупинитись. Якщо людина не зробить свій півшляху, то нічого й не буде. І от, начебто, останній крок боїться зробити ця людина. І все на цьому ламається. Я не розумію, напевне, це є страх. Це є страх кохання. Я тільки зараз починаю розуміти. Страх довіритись, страх ризикнути, страх отримати біль. А біль – це ж як... він визначає реальність. Тобі боляче, значить ти живий. Значить ти ще не спиш, не помер. Да, спасибо, Танечка. Ти сказала, как страшно на самом деле быть настоящим человеком. Настоящим, да, просто быть настоящим. Вот, потому что любить ненастоящие люди любить не могут. Значит, мы просто понимаем, что вот они от себя отрезали вот, и труд души, и труд любви, и вот все настоящее. А что же они сделали? Вот эта книжка «Жизнь», значит, которая полусонная зевнула, вот эта несостоявшаяся пока книжка, половина не вошедшая, она как раз об этом. Обыватель обывает. Вот человек превращается в обывателя. Но мы привыкли, вот мы о Чехове рассказываем. Молодой человек постепенно превращается в обывателя. Он растрачивает свои идеалы, свои какие-то светлые намерения. Вот постепенно. Вот. Он уже обязательно, как обыватель, средних лет. Сейчас выясняется, молодой человек, 15-летний, он уже обыватель. Вот ты же говоришь на самом деле об этом. Вот неважно, у него может быть красивые глаза, он может быть образован, он может быть, значит, хороший человек, но завоевывать тебя. У него есть кот. Вот кота позовешь, вот он приведет к тебе, сядет на колени и помурлычет. А тебя же еще завоевать надо. И будешь ли ты еще мурлыкать? Это же вопрос. Так может легче обойтись, вот поставить эту прозрачную стеночку, да, и не переступать. Ты замечательно сказала, надо сделать 5 шагов. Значит, я должен сделать 2,5, и ты должна сделать 2,5, и мы встречаемся, да, хотя бы руки друг другу подать. А если не сделали, да, или один сделал испуганно пару шагов, и смотришь на другой, и отшатнулся, и ничего не состоялось. Вот у меня есть метафора, вот она такая, человек превращается в куклу. Можно я сейчас вот из этой книжечки прочитаю, тут даже вот такой маленький триптих. Вот, одна из них даже была превращена в песенку, я даже пел эту песенку, называется «Кукольная комедия». Вот для меня чрезвычайно важна вот эта метафора. Почему? Ну, представьте себе, вот мама и вот ребенок, да? У всех мам ребенок – это живой человек, которого надо любить, уважать. Да она играла в куклы и так и не перестала. Родила ребенка, и ребенок тоже кукла. И ребенок вырастет и по-прежнему продолжает быть куклой. Это же трагедии и драмы, которые испытывают реально тысячи людей. Вот как раскуклиться? Вот как... Так вот. Идут победно кукольные роты. Они идут с работы на работу, а мы шагаем мимо них к концу, размазывая слезы по лицу. Кто мы для них?
мы из другого теста. Мы в форму не вмещаемся, в формат. Они для нас и не оставят места. Смеясь, болтая, все топча подряд, они не мы, и ловки, и умелы, умеют подписать и подмигнуть, хотя на самом деле пустотелы, но тайную свою скрывают суть. В них жизни нет. Они как стул, как стол, как вещь, чтоб пользоваться без помех. И там, где тайно обозначен пол, лишь гладкая полосочка у всех. Я, наконец, добился постоянства. Возникла в доме благостная тишь. Любимая моя, ты из фаянса, и никуда уже не убежишь. Ты так подходишь к чайникам и чашкам, а вдруг тебя случайно уроню? Нет, это было бы преступлением тяжким. Я так тебя, так бережно храню. Я тряпочкой глазенки протираю и пыль сдуваю с нежного плеча. Давай с тобою вместе выпьем чаю, но чашка чтоб не слишком горяча. Вчера я горько плакал с позаранку, приснилось мне осколки на полу. Проснулась ты и исцелила ранку, и пригласила к сытному столу. Любимая, как все у нас в порядке, сверкают чистотой фаянс, фарфор, и даже и дети, даже и играя в прятки, уже не бьют посуду с давних пор. Спасибо, Илья Исаакович. У меня возник в этой связи вопрос на сейчас уже к Насте. Вот известен, да, миф о Пигмалионе. Пигмалион, который создал скульптор, да, который создал скульптуру прекрасной девушки, в нее влюбился и тем самым стремился ее оживить. Так вот, у меня возникает одно такое ощущение. Пытаться создать для себя некую куклу, как вот у Ильи Исаакович, о которой можно весьма поверхностно заботиться, не страдая, не переживая. Ну да, это пыль выделить. Сейчас так относятся большинство родителей к своим детям. Они их как делают, их как, ну так вот, учат их всему вначале, а подальше, а дальше что будет? Дальше ходи на работу, зарабатывай деньги. Ну, забывают родители и просто, и еще, начни меня старости, приноси мне деньги, иду и все, и так далее. Она подтверждает, что как к куклам относятся, да. Но вот вопрос мы еще не дослушали. Вот какой вопрос? Вопрос заключается вот в чем. Вот многие с удовольствием вспоминают этот миф о Пигмалионе, а у меня возникало все время чувство страха. Когда человек пытается создать жизнь, образ другого человека так, как он это видит, не пытаясь вчувствоваться, не пытаясь понять другого человека. Нет, создать то, что я хочу. Ой, спасибо вам вот за этот вопрос, потому что вы как раз наконец коснулись вот жизнь как творчество. Вот это же творчество жизни. И так в этом же все дело. Либо люди разные, и им надо как-то вытерпеть другого. Вы знаете, вытерпеть не очень просто. У каждого свои привычки. Ну, вплоть до того, даже и меня раздражает иногда, например, какие-то вещи. Вот как ты зубную пасту? Вот смотри, сколько ты там оставила этой зубной. Ну, додави же до конца! То есть масса таких вещей. Кстати говоря, а теперь я
вспоминаю. Песня моей молодости. Эдита Пьеха. Стань таким, как я хочу. Как популярно. Вам же с этим придется столкнуться. Стань таким, как я хочу. А сегодняшние женщины... Сейчас они даже гуглят, стать таким, как хочет тот мужчина, чтобы преподнести ему все просто на блюдечке золотой каемочкой, именно золотой, никого больше. Ага, мы же привыкли потреблять готовые вещи, нам нужна готовая вещь. Готовая. Если жизнь есть творчество, значит, никаких готовых вещей не бывает. Жизнь – это не готовая вещь, ее все время нужно творить, каждую минуту, каждую секунду. Творить до конца жизни. До конца жизни. Либо мы воспитываем творческого человека, и творческому человеку, как я объяснил, в этом кукольном мире не очень хорошо и приятно. Вот как этот это было... мир его душит. Да, конечно же. Либо потребитель, который потребляет готовые вещи, и тогда он к этому миру вполне подходит, но ничего хорошего-то ведь его на самом деле не ждет, хоть озолоти его, потому что нет большего счастья, чем творчество, да? Да. Значит, тогда не стань таким, как я хочу, тогда мы взаимно творим друг друга, взаимно. И я скажу, даже опираясь на свой собственный жизненный опыт, нет большего счастья, нет большего счастья, чем знать, что и твоя доля какого-то творческого труда в этом человеке. Но без насилия, без того, что стань таким, как я тебя вырастить должен, вырастить – это совсем другое. Значит, пробудить в тебе то, что в тебе есть. Вот и учитель то же самое, такая же очень опасная профессия. Либо я задаю тебе готовый образ, вот, делай, как я показал, либо я угадываю в тебе. Ты не такой, как я. Вот, а попробуй вот это, а попробуй вот то. Ох. Скажите, сколько у нас вообще времени, а? Ну, вот чтобы приблизительно знать... Приблизительно 15 минут. Приблизительно 15 минут. Потому что я хочу знать, что можно еще делать, что можно еще почитать. Пока вот... вы подбираете, Илья Исаакович, ага. Я хочу обратиться к девочкам хорошо, еще хорошо. С одним вопросом. Вот преимущественно сейчас уже к Тане. Тань, вот вы на отделении живописи, да? И уж кто-кто, а вы-то хорошо знаете, что если что-то не удается, даже если это маслом написанный холст, то все-таки переделать можно, правда? Конечно. Можно что-то изменить, можно даже просто соскоблить или убрать, или взять другой, сделать еще раз заново начисто. В жизни ведь так не получается. Да. В жизни невозможно, надо сразу делать начисто. Да, черновик, да? Мы пишем черновик, я могу потом, значит, переделать, я смотрю, получилось лучше. Вот, а жизнь, ты уже совершил эту ошибку, ты уже этот мазок положил и никуда не денешься. Как же сделать так, чтобы не ошибаться в этом? І не приходилось переделувати. Життя як творчість, як мистецтво. Да, ми ж вчимося живопису, а як жити, нас не вчать. Треба з самого початку вчитись, як думати, як жити. Як творити своє життя? Нас в школі вчать вирішувати складні алгебраїчні формули, а жити практично не вчать. Навіть на уроках літератури, яка могла би стати предметом, який би вчив. Тільки коли я пішла в училище, я дізналась, наскільки насправді чудовий предмет може бути зарубіжна література. На яку веду парах. Я? Да. А ще скажи, откуда я вас привел? От откуда, кроме училища? Где ви були позавчора? Як це називається? Тому що об этом не знає. Може бути, хто-нибудь зараз узнає об этом. Ілля Ісакович веде так звану вільну школу культури, яка приходить... Ну, не кожну, а через неділю, кожні два тижні в бібліотеці Грушевського. 24. Да, де збираються люди, які хочуть, які задають питання, яких турбує, як в цьому житті жити. Фейсбук заходите, ищите Рейдермана, і там об'явлення о кожному очередному занятті свободної школи культури в 3 часа. Не в Фейсбуке общайтесь, а только найдите об'явление, а приходить надо і общаться воочию. Да? Конечно. Мы, просто інформація. Фейсбук – це інформація о том, когда следующее занятие. Вот. И, значит,
это в данном случае я обращаюсь к молодым. Я ищу молодых, потому что вот я старый, я хочу еще успеть что-то сказать молодым. А главное, с ними можно так искренне разговаривать. Это поразительно, что еще можно. А когда уже вот блок стоит, прозрачная стена стоит, тогда зачем я? Вот мы говорим о человеке. Мы все время говорим о человеке. Вот два четверостишия, позвольте. Кто человек? Он должен есть, плодиться, чтобы лечь потом, как можно позже в гроб, все надкусить, как и в попытке насладиться, и в миг последний, потирая лоб, спросить себя, все это жизнью было, и это все? Какой же я дурак! Жизнь обманула и не тем манила. Ну, а остался б жив. Ты б жил не так? Вот это главный вопрос. Вот действительно, у нас сегодня не принято говорить, а как можно, а как нужно. Раньше этим занималась религия, давала заповеди. Ну, потом этим занималась идеология, моральный кодекс строителя коммунизма, вот и так далее. А теперь этим не занимается никто. У нас плюрализм. Вот, вы знаете, у меня даже есть смешная какая-то очень штучка. Если я ее сейчас найду, это проза. Я еще и сказки пишу. Вы пока посмотрите, Илья Александрович, ага. Я хотел... Ага. Вот а давайте, давай. Если у нас хватит времени, а нет, в следующий раз сказки принесу. Думаю, что хватит. А, Настя, ну вот есть одна особенность, которая присуща художникам, писателям, поэтам, хорошим и актерам. Это способность вчувствоваться в другого человека. Вот еду я, скажем, в троллейбусе, сидит человек, я могу не обратить на него внимания, а могу попытаться не как бы осторожно, чтобы этого человека как-то не травмировать своим пристальным взглядом, а себя поставить на его место. То есть почуя, а что он в этот момент чувствует? И вдруг я начинаю вибрировать на тех же частотах, что этот человек. Вдруг я начинаю каким-то непостижимым образом догадываться о том, что его волнует. Вы испытывали когда-то да. такое? Да. Я в последнее время так то и делаю, что и делаю. Люблю смотреть людей, какие у них мысли. Мне это интересно, потому что я начинаю тоже написать про людей. Мне просто это... Ты смотришь, ты думаешь, чем люди живут, ты вдохновляешься в какой-то степени, ты можешь где-то найти идею, где-то... Ну, это просто позволяет тебе жить, взглянуть в мир с разных сторон. Многогранный мир открывается перед тобой просто целый... Много вселенных, где каждый живет в своей жизни. И у каждого там в себе, внутри себя, и ты можешь увидеть этого маленького человечка, который глубоко-глубоко внутри, который осматривает мир так же, как и ты. Замечательно, потому что, значит, мы заговорили о чувствах. Вот чувствам не... Мы уже все время говорим, куда большие чувства уходят, вот большие страсти. Вот, оказывается, и вот это просто внимание. Элемент внимания, чувствования, постижение другого чувствами. Мы об этом забыли, вот с этими проклятыми телефонами. Мы совершенно уже забыли об этом непосредственном, эмоциональном контакте. Да, значит, нас учат мыслить, а с культурой чувств, для меня, например, вот эти слова, кодовое название культуры, катастрофа. И правда ли? Катастрофа. Поэтому, понимаете, могут быть прекрасные люди, прекрасные, в смысле информированности, в смысле подготовленности, так сказать, профессиональной и прочей. Вот. Но они не сумеют полюбить. И с ними будет мука мученическая у партнеров. Им просто будет не хватать чувств. Понимаете, вот они не знают, что надо проявлять чувства, что надо чувствовать состояние другого человека. Вот мне плохо, а ты же проходишь мимо, ты же не видишь. Особенно часто этим мужчины, вот замученные работой, вот озабоченные. Дорогая, уйди, у меня плохо, я устал, у меня голова болит. Ну вот видите, это все семейное.
Угу. Да, значит, скажите, пожалуйста, вот ежели, значит, у нас еще есть время, вот для небольшой вот такой вот... Я думаю, что хватит. Хватит, да? Хорошо. У нас значит, 7 минут. 7, хватит, хватит. Значит, сейчас мы живем в мире, который называется постмодернизм. Это значит, у каждого есть свое мнение. Это значит, договориться мы на уровне рассудка просто не в состоянии. Я скажу, ты оспоришь. И я не смогу противопоставить. Понимаете, вот оказывается, мы оказались в той ситуации, когда единой истины, хотя бы идеологической, обязывающей тебя, нет. И договориться невозможно. У меня свое мнение, а я так думаю, а я так. Все. Это называется постмодернизм. Кстати говоря, на уровне чувств договориться гораздо легче. Мы с тобой чувствуем одно и то же. Ты чувствуешь, эта музыка прекрасна, эта картина гениальна. Это, да, так вот, да, и, кстати, сказать, ведь ужас еще заключается и в том, что нужна ситуация, в которой мы, наконец, придем к взаимопониманию. Не дай бог, если эта ситуация будет скверная, катастрофическая. Итак, встретились два восточных аксакала. Могу ли я и хочу ли я? И сразу начали не с вопроса, откуда идешь и куда, а с главного философского. Что мы можем знать? Мы знать не можем ничего. Нет, и этого мы тоже знать не можем, говорит другой. Как знать, могу ли я? А как знать, хочу ли я? Не знаем и не узнаем, другой сказал очень глубокомысленно. Оставим надежду себе. Может быть, могу. Может быть, хочу. И заговорили, и обрадовались, и заговорили наперебой. Могу хотеть, хочу мочь, могу и хочу, хочу и могу. И даже песенку сочинили, как придумано гениально, как юнец. Веселюсь, хохочу, и могу, и хочу виртуально. Я могу, а не только хочу. И забыв, что у них седые бороды, они стали подпрыгивать, как малые дети. И оба упали на землю. «Хочу встать», — говорит один. «И я хочу, но не могу». И другой говорит, «И я не могу, что делать?» «И я говорю, что делать?» «Наконец-то мы с тобой одно и то же говорим». А то один говорит «хочу», другой говорит «могу», непорядок. Точно. Постмодернизм какой-то. Так может быть, мы здесь собираемся для того, чтобы говорить о том, как вообще это дурацкое состояние преодолеть? Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Тем более, что, вы знаете... Вот этот контакт, это умение выйти на понимание другого человека, я никогда не забуду, я это нередко привожу в качестве примера, мне пришлось принимать участие во встрече с американскими журналистами. Молодые ребята, которые мы общались через переводчика, но переводчик был очень хороший, очень быстро, синхронно практически переводил, и я обратил внимание, как внимательно они слушают. Коллеги, я говорю, ну вот вы так киваете, слушаете, вы что, со мной согласны? Один говорит, я совершенно с вами не согласен, но мне очень интересна ваша точка зрения. Вы понимаете, вот это, этому надо учиться, чтобы по жизни настроить себя на такой способ понимания другого человека. Вот, поэтому дай Бог, чтобы у нас так было. Ну, я хочу вот в завершение нашей передачи попросить вас, девочки, вот, может быть, какая-то мысль, какая-то строка, очень коротко, потому что времени у нас совсем не остается. Вот как бы вы завершили? Итак, тема «Жизнь как творчество», чем бы вы
Какой мыслью завершили бы нашу беседу сегодня? Я бы завершил бы то, что человек должен делать свою жизнь словно эта картина, писать ее всеми разными красками, чтобы там было все, что там было и страсть, и любовь, и ум, и все, что хочет человек, и все, что он может дать окружающим, чтобы это все изливалось оттуда, из его души. Спасибо. Я все вершовано. Если бы я мог хотя отчасти, я написал бы 8 строк о свойствах страсти по сторонам. Спасибо, спасибо, Даша. Молодцы. И вам спасибо, потому что вот мы присутствуем при какой-то необычной передаче на самом деле. Наверное, самое главное, что она действительно, наша беседа сегодня была необычной. И за это вам огромное спасибо. Я прощаюсь с нашими телеглядачами. До побачення, до наступного вівторка.